Курганской области увеличилась ставка по одной из ипотечных программ. Так, по словам Анатолия Кротова, Курганская ипотечная жилищная корпорация реализует несколько программ по кредитованию. Две федеральные и одна областная. Изменения произошли по федеральным. По ним в регионе можно было оформить социальную и коммерческую ипотеку. С этого года социальная ставка осталась на том же уровне и составляет 11,1%. Коммерческая же ставка увеличилась с 12,5% до 15,9%. В наступившем году работа ОАО КЖК по областной подпрограмме выдачи ипотечных кредитов льготным категориям граждан будет продолжена. Размер субсидируемой ставки останется на том же уровне 5%. Также сохраняется при рождении ребенка выдача регионального материнского капитала, областной субсидии, в рамках ипотечной программы и социальной ипотеки по стандартам АИЖК. Напомним, что с 1 января этого года в Курганской области меняются условия получения регионального материнского капитала. Теперь его смогут получить только молодые семьи при рождении первого ребенка, а выплаты на второго и последующих детей не будет.